Вот только что нам, точнее мне, самка кокарика подкинула очередную проблему. Вторую кладку она уже расклевывает. Точнее даже не кладку, а птенцы вылупляются, и она убивает птенцов. Первую кладку она уничтожила полностью. Вот, вторую кладку мы уезжали. Двух птенцов она убила, я спасти не успел. Вот, и это яичко я просветил, видел, что уже она со дня на день птенец должен был вылупиться. И я его караулил. Вот я четко рассчитал до часов все. И буквально он только вылупился. Яйцо, скорлупа раскололась. И я его тут же забрал у нее. Ну, теперь придется мне его выкармливать самостоятельно. Вот сейчас вот ему 2 часа жизни. Но поскольку с карелой уже опыт был с самого яйца выкармливания, ну попробуем с кокариком. Кокариков я еще не пробовал выкармливать. Сейчас вот попробуем.